привет. С вами я, Купер. Не спрашивайте, почему я так разговариваю. Дело в том, что у меня горит жопа. Представьте себе ситуацию. Вы 50 минут записываете видео, ну, чтобы нарезать его в будущем. И у вас вылетает игра, запись останавливается, и видео, блядь, теряется нахуй. Это мое ощущение, вот у меня сейчас, вот у меня горит пукан сейчас, у меня видео исчезло. Взорвалось, его больше не вернуть. Рассказываю быстро, что было. Мы построили замок, ну, мод я скачал новенький, Tale of Kingdoms, замок свой построил, ходил по шахтам, добыл айрон, чтобы построить портал. Вот так вот, вкратце я вам пересказал то, что я записал. Теперь можно и в шахту пойти, как говорится. А, да, еще куча шахта Писос. Ну, новая шахта такая. Кого? Не тот ли это Shadow Bar? Подождите, ёбаный ты в рот. Нет, не тот. Короче, Чё я, в общем-то, хочу сделать? Я хочу построить портал в мир Divine RPG. С помощью вот этой вот фигни. Но для нее нам нужен один алмаз. Один, мать его, алмаз. Один. И у меня просто горит пукан. А мне еще и алмазы искать? Кого? Мы такое не подписывались, но... Чтобы что-то получить, нужно сильно постараться. Мой дед мне так сказал. Он, кстати, умер. Я думаю, вы понимаете, насколько сильно у меня сейчас горит пукан. Убейте меня, пожалуйста. О, если эта хуйня меня сейчас убьет, то я нахуй удалю Майнкрафт, серьезно. Я думал, он фаербол в меня пустил. А это не так. Да ёбаный ты крот. Алмазов нет, знаете, что я сделал? Я, конечно, извиняюсь. Дорогие друзья и подписчики. Я, как очень верифицированный человек в плане анальной развлекухи, вытащу алмаз из креатива, да? И никто меня не остановит. Все, и можем идти домой, как говорится. Можете меня набить ебало, я не против. Ай. Вытаскиваем алмаз. Сука, пидорас. Берем сначала жопу, потом охапку дров. И что там, плов готов, я уже не помню. Нам нужен песок. Если песка нет, я... А песка нет. Ну, как говорится, почему бы и нет. Почему бы... Да не то, не то, не то. Вот так вот. Так. Песок есть. Алмаз есть. Алмазы нет. Потому что я читер вонючий. И вытащил алмаз из креатива. Что тут поделать? Стоп, где мое... На. Делайся стекло. Вы не представляете, я 50 минут потратил, чтобы добыть вот эти три ресурса. То есть три этих. Даже вот эти четыре этих, три этих. Чтобы один такой слиток скрафтить, серьезно. Убейте меня, пожалуйста. Glass, snow, snow. Сколько нам snow надо? Вот как портал в ад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 13, 13, 14, 15, 15 сноублоков. А если у меня нету таких столько сноублоков, то... Ну, я не буду обижаться, я просто удалю Майнкрафт. Все отлично, у нас есть столько блоков. Так что мы сейчас выйдем на улицу, глянем на село. Только вот поедим сначала, потому что я умираю. Кстати, если вы сейчас слышите звуки моего компьютера, то я не буду даже перед вами извиняться, это... Банальная проблема, она не решается. Ой, ёб ты в рот.
Да, как я уже сказал, эта проблема не решается вообще никак, то есть от слова совсем. Что я хотел сделать? Я хотел поесть говна. Раз, два, три. Я сейчас пойду наверх к 100. Раз, два, три, четыре. Раз, два, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Кого? Теперь спускаемся вниз. Берем сначала кропу, потом кошачью жопу и 25 картошек, 15, блять, опять. Я попробую отойти от бомбежки, потому что бомбить все видео это, конечно, круто, да, но это не так круто, как может показаться с первого взгляда. Для того, чтобы бомбить, нужно так. Да блин. Ага. Вот так вот это дело делается. Опа. Нифига вы себе зигота. Я надеюсь, сейчас она Годзиллу мне тут не заспавнит. Во! Наш первый, прекрасный, красотейший, охуительный портал. Да. Извиняюсь за маты, но если вас это бесит, то вы никогда не ходили в спортзал. Угу. А там матов намного больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, заебись. И, ну... Ну, я для начала убьюсь. Сука, не дают мне даже убиться нормально. Убьюсь. Ёбаный ты в рот. Заебись. Блять, уровень потерял. Так, дайте мне назад мои пупоинты. И дайте мне назад мой дом. Не, вот говорится же, то, что второй этаж мы будем использовать. Раз. Два, три, чё, пацаны, погнали нахуй. Опа! Frozen Land. Ачивка получена. Нифига себе зигота тут творится-то, и пенели. Ля какая. Я вижу эскимос, дом эскимоса. Из того, что я знаю, тут обитают торговцы. Да, обитают торговцы. Продают тут разные штуки. Но, похоже, они, конечно, немного стрёмные все дела. Чё? Кого? Это как вообще работает? Вы не против, если я у вас ее стащу немножечко? Ой, ну не быкуйте на меня. Вот вам блок красивый вроде. Я надеюсь, она будет вот. Я, если я ее вот сюда вот, например, вытащу и засуну туда вот это. Нифига себе печь. Я ее себе заберу. Никакого угля, только народная сила. It's cold inside. А, ну походу я у них печь забрал, вот они и быкуют на меня, неважно. Можно ее расщепить на атомы? Нет, зачем я ее вообще взял, я не знаю. Как я понял, тут надо убивать разных мобов. Злых. Чтобы из них падали сноупоинты. Ну, не поинты, а флейкс. Флекс. С помощью флексов, мы сможем сделать что-нибудь. Но я пока никого не вижу, в смысле. Может, мне за этой фигней следовать? Куда-нибудь приведет меня, например, на Майдан. Че нет? Кстати, если вы посмотрите на мини-карту, то поймете, насколько маленький этот мир. Ну,
пока waypoints добавили, да? Айсика. Айсейкия. Я не профессионал в произношении имен, но... Исекия так Исекия, что тут поделаешь. О, я вижу еще одно поселение жителей. Привет. Медвед. Hello. Как Snowflake добавлять? Snowflakes как добывать? Мне нужно добыть сноуфлексы. Опять они? Так где мне сноуфлексы-то добыть? Я не понимаю. Мне б еду хоть какую-нибудь, знаете ли. Вот я вижу какой-то дом. Интересного вида наружности. Тут вижу два человека внутри. Опять же, какие-то зебилы, воркшоп, тинкерер. И они мирные, то есть они нас бить вообще не будут. Ну, как я понял, тут везде торговцы, смысла кого-то тут искать вообще нету. Я сейчас посмотрю, что это за сноуфлексы вообще. Ясно, хуета. А нужно копать вниз. Но для начала... А портал мой где? Ну, а говорится, без портала тоже прожить можно. Или нельзя. Долго объяснять. Мне кажется, или может портал вот там, на этой вышке. Серьезно, у меня такое смутное ощущение. Не так ли? Портал-то там. Хуямба, нету тут портала. Нифига себе, везунчик. Да я не хочу жить, я хочу сдохнуть. Спасибо. А мне надо немного сделать себе ориентир в той местности, потому что я пока там вообще не ориентируюсь. Мне нужно закрепиться едой. А, подождите-ка. Флекс печь. Я буду ее так называть. Печь флекс. Куда ее можно поставить? Окей, мистер Флекс. Приготовь мне немного жареных булочек. О, да! Никакой энергии, никаких ваших этих Industrial Craft'ов. Чистая природная энергия. Сила природы, сила правосудия. Коммунизм. А как говорится... Сейчас я телефончик на зарядку поставлю, а то хуямба будет. Все, заебись. Так, берем, едим. Раз. Едим два. И наверх. Здесь стоит закрыть. Кстати, не спрашивайте, что так криво стоит, я потом поправлю. Итак. Для начала, первое, что я хочу сделать, это поставить здесь waypoint. Портал. Опа. Ну вот, портал. Итак, берем кирку и вперед. Нифига себе тут горная порода. Мне нужны дунжоны. Дунжоны. Ну, данжон. Говорят, их можно найти под землей. Так, вот. Отлично, я нашел дунжон. На миникарту посмотрите. Я специально коверкую слова, вы не бомбите тут. На меня не быкуйте, девочки. Это все ради науки. Мне кажется, или тут античит какой-то летает, потому что я вижу, что какая-то красная фигня надо мной летает, либо подо мной. Либо вообще Саня... Ну, наверху ничего, значит, там внизу что-то есть.
Да. Мы идем в правильном направлении. Или нет? Знаете? А ведь есть же люди на свете. А, ну что ж, Google мне в помощь. Ясно, придется как дебил бегать и искать проход. Неужели это он? Нифига. Ну, грязь мне не нужна, как говорится. Мы не мусор. Знаете, я лучше промотаю. Знаете, как я сделаю? Вот так вот. Я не могу. Я серьезно. Я себе кирку сломаю, пока это делаю. Ну нафиг. Как я вижу, там уже какие-то шлюшки. Я вижу то, что они... О, сука! Где мой меч? Блять, я меч проебал. Охуенно. Пиздец, я ебал. Где он тут? Блять, сука. Ну и где этот меч? Он, что ли? Да, это он. Таумиум сорт какой-то. Иди сюда, деточка. Нет, это нифига не тот меч. Ай, блин, вот же жопа-то, а. Меч-то я проебал. Ладно. Как говорил мой дед. Ничего мой дед не говорил, а меч надо как бы вернуть. Обсидиановый меч. Вообще не то, где мой меч, который у меня был. О! Бля, я думал, у меня Майнкрафт вылетит. Все, отлично, нашел я свой меч. Бесконечный меч, все, заебись. Зачарую потом, а сейчас можно пожрать суп с котом. А именно получить немножечко по еблету. Сука, сколько их тут? Ёбаный ты в рот. Нет, я, конечно, понимаю то, что это ультра-хардкор. Но чтобы так. Ой, мама, лучше бы я. Ай, блин. Так, latest death. Я побежал. А я тут подумал, а давайте лучше наружу посидим, серьезно. Ну, не хочу я идти вниз что-то. Открыли, да, открыли. Ну и хорошо. А пока зачаруем мой меч назад, потому что, сука. А, меч.
Кнокбэк. Заебись. Что ты поделаешь? Ладно, короче, спасибо за просмотр. Извиняюсь за бомбежку. Всем удачи, всем пока.